Я Юлия Боярина, и я фотограф. Фотографией занимаюсь приблизительно около 6 лет. Последние 3 года очень плотно, то есть уже занимаюсь только фотографией. Наверное, фотография со мной где-то в каких-то моментах в жизни была рядом всегда. В детстве у меня был фотоаппарат, и я фотографировала. Потом я родила ребенка и, конечно же, стала фотографировать свое чадо любимое. Вот. Ну, как именно, когда мне пришло как профессия фотография, наверное, это был какой-то переломный момент. Вот я познакомилась с человеком, с фотографом, и вот его энергетика зарядила меня, я уже поняла, что я хочу именно заниматься фотографией. Когда я вижу человека, я уже вижу, как можно его снять, в каком образе. Еще одна из как бы идей, как рождается какой-то образ, это когда я вижу какую-то одежду, какое-то платье или какую-то даже деталь гардероба, я вижу, как можно было бы это обыграть, и уже у меня выстраивается целый образ, целый комплект одежды и, соответственно, макияж, я уже предполагаю, какой будет прическа. В общем, образ человека, в который можно облачить его. Я не могу сказать, что у меня есть какая-то вот одна серия, которая я так влюблена, безумная, вот она моя лучшая. Я думаю, что моя лучшая еще впереди. Свадьба – это очень сложный процесс. Чтобы получить идеальный результат, идеальную картинку, это не работа одного фотографа, это работа огромной команды. У меня есть опыт съемки за рубежом. Это очень интересно, увлекательно, очень затягивает, хочется еще и еще, потому что снимать, работать и путешествовать – это как бы тройной, наверное, какой-то кайф. В плане съемки именно за рубежом, если это какой-то иностранный клиент, тут вопросы только языка. Вот у меня пока, я поэтому немножко подтягиваю свой английский. Вот. Если это русскоязычная свадьба или какое-то мероприятие, в принципе, все сходно с нашими украинскими мероприятиями и свадьбами. Вот, только приятно то, что ты еще путешествуешь. Люди, у которых есть цели, которые ставятся цели, к чему-то стремятся, много работают, они чего-то добиваются. На самом деле, талантом может быть и совсем крупица, а упорство, трудолюбие у человека много, и они достигают результатов. А есть талантливые люди, которые просто своей ленью зарывают свой талант. Что бы я хотела пожелать молодым николаевцам? Экспериментируйте, не стойте на месте, ставьте цели и идите к ним. Двигайтесь семимильными шагами. Удачи всем!